Отец Небесный, мы благодарим Тебя, мы благословляем наших детей. Господь, мы знаем, что во все времена, там, где есть благословение Твое, Господь, там есть Твой мир, Твоя радость, Твоя защита. И мы сегодня просим Твое, Господь, Твое благое слово на наших детей, Господь. Помоги, чтобы в них укоренялось слово Твое, в их сердцах. Может быть, они еще что-то не понимают, но это сеется в их добрую пургу. В их маленькие сердца. Господь, благослови. Благослови, чтобы каждый из них, Господь, наполнился Твоим словом и жил по слову Твоему. Господь, благослови Господь, то, что им сегодня не достает во внутренних пути жизни, Господь. Мы просим Тебя, помоги, чтобы, Господь, пришла Твоя сила и благодать. Мы просим Тебя, Господь, дай им мудрости, дай им наставление, Господь, в Слове Твоем, чтобы они шли в этом мире и не потерялись, чтобы никакие сатанинские глубины, Господь, не достигли их, но они могли быть в Твоих руках, Господь, их имена были записаны на Твоей ладони. Господь, мы благословляем каждого в этот час, благословляем Еву, Аню, Кристину, Машу, Артема, Марка, Лизочку, Лию, Миланию. Мы благословляем всех наших детей, кто сегодня не смог прийти по каким-то причинам. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. А сейчас подарки, музыку, пожалуйста. Стихи у нас есть. Передавайте. Каждый рассказывайте свой стих, они подготовили стихи. По Давай. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это славно. Аминь. Радуйтесь всегда Господу, еще... Давай. Радуйтесь всегда Господе, и еще говорю, радуйтесь. Аминь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания пред Богом. Аминь. Благословит нас Бог, да убоятся Его все пределы земли. Аминь. Слава мудрости, царь Господь. Аминь. Лиза, надо...